каждый производитель стремится облегчить горнолыжные ботинки. Очень важно, чтобы ботинки были как можно легче и соответствовали вашему уровню катания. Имели при этом необходимую колодку, размер, чтобы правильно был подобран, и жесткость ботинок. Чем легче ботинок и правильно подобраны все эти характеристики, тем более комфортно вам будет в них кататься, тем больше энергии у вас будет к концу вечера, тем больше фана вы получите на склонах, более хорошие воспоминания об этом дне у вас останутся. В данном ролике мы рассмотрим три модели Rossignol. Первая модель женская Pure Comfort 60. Вес данной полупары 1 кг 520 грамм для размера 24,5. Потом вторая модель, мужские ботинки Old Track 90. Здесь вес немножко больше из-за размера 26,5, вес 1 кг 820 грамм. Учитывая то, что в прошлом году данная модель весила около 2 кг, новые ботинки на 200 грамм легче. Это достигнуто за счет облегчения внутренней конструкции внутреннего ботинка и некоторым доработкам внешней части. И средняя модель 1 кг 710 грамм, модель Speed 80 начального уровня, в принципе, и для среднего уровня катающихся этот ботинок подойдет. Спасибо за внимание. С вами был Владимир и Extreme Style.